Багири первый, Сатара Рыпа второй, Гутра был третий, Салата четвертый, пятый, Хаби Селаси. Приблизительно запомните, как заходить. Если ваш портал ворует, вы просто в следующий забегаете, и все, главное забежать в эти порталы. Все. А эта нумерация была от задницы или от морды? От морды. Все. Да. Вроде все сказал. Ладно, пошли. Нет, секунду, ждем эту лужу. РДД в звездочке стоит, милики бьют босса. Мобов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Косты могут сбивать надо. Джулиан, выходи с рейда. Тариком стон в центр, не бегай. Чё? Кружок. Все в кружок. Англиф, выходи с рейда. Кружок играем. Сначала Бронвик. Так, Бронвик убили, Квадрат теперь. Квадрат. Звездочка. Так, последний. Короче, ДЦ перед заходом 3-4 пати в комнаты, ты их щитуй. Хорошо? Хали Селаси, если ты прожимаешь звездопад, прожимай там спокойствие зерна. Давайте, РДД большое, щупальцы мелики, мелкие. Ребята, сейчас внимательно пакт кинется. С пактом, да, надо сбегаться, как на лане, в снеке скажу. Черепа отбегаем, от лучей отбегаем, они двигаются. Англиф, Свата. Быстрее череп отбегаем, вот он дебаф передает этот фир по КД. Готовьтесь, скоро порталы занимать места уже. 6 секунд. Отбегаем от лучей. Куда ты его? Портал еще будет. Так, Animal Jazz с кем-то там связан. Ты беги, Animal Jazz, там да, она, есть. Короче, походу в шипе. Забегайте в порталы. Не в шипе, а в щупальце. Порталы быстрее забегаем. Почему один портал не закрыт? Кто не забежал? Это заклинание еще не готово. Страшное свечение. Откуда? РДД играем в большое, тяжелое щупальце. Милики в звезду, все в звезду играем. Оно пока с иммунитетом, короче. Забежал в зеленый луч и стоял. Гафуга, рис не рисни, ага. Пятнадцать, четырнадцать, двенадцать. Третья патя налево выходит, четвертая направо. Выходите уже там 5 секунд. 4, 3, 2. Надо всем выйти быстрее. Я протупила. Бейте. Точнее, не протупила, проланга. Надо, чтобы кто-то зашел вместо нее. Скажи свой портал. Первый справа. 7 секунд пропало. Слейте, слейте локо в центре он. Тут дотягивается. Бейте, сейчас скажу. Фокус, заходи в первый портал слева. Зашли в портал, отбежали от лучей, отбежали от лучей. Хант. Да, еще один. Пройди портал, то не закрыто, зайдите кто-то. Хриз. Спереди, спереди, любой ДД, заходите.
Поехали, тяжелые щупальца цветули. Тут Киллер Стар Фога, сбегаемся. Все в большие щупальца играем. Большое тяжелое щупальце. Включи. Сколько времени? 23 секунды еще, бейте. Я скажу, как начальник видит. 20 секунд. Третья, подымешь Ваню. Бейте все в свету тяжелое. У вас 10 секунд осталось. Начинайте выходить. У вас 7 секунд осталось. 7 секунд. Уже 5 секунд. 3 секунды. Дали баф по локу. Каску по звезде. Занимайте опять свою позицию. От черепа отбежали. От черепа отбежали все. Череп передает фи страх. Отбегаем от черепа быстрее. Отбегаем от черепа. Бля, ну чё ж вы такие очень медленные? Забегаем в порталы, отбегаем от лучей. Звезду надо слить быстрее. Он должен был в портал зайти. Быстрее звезду сливайте. Забегай в портал. Там сзади еще портал. А, ну ничего страшного. Заходи, заходи, смотри. Ага. Третье мелкое щупальце только свету одно. Сука, сейчас переведем. Сейчас переведем. Переводим ее в морды босса. Откуда начинали? Щупальца добиваем и быстрее к морде туда. Третья фаза началась. Идем все к воротам, отворачивайтесь. Отворачивайтесь, бьем босса. Рано дал рост, 5, 3, 2, отворачиваемся, 5. Мобов подальше от босса держим, они хилят босса, бьем босса. 3, 2, 1, отворот. Посрал, пожал, бейте. Поворачивайтесь, бейте. 3, 2, 1, отвернулись. Вы кайтите его, бегаете от него, замедляете танки. 3, 2, отвернулись. Бьем дальше. Звезду сливаем по возможности. 3, 2, отвернулись. Бьем дальше. 4, 3, 2, 1, отвернулись. 5, 4, 3, 2, 1, отвернулись. 3, 2, 1, отвернулись. Кольцо Милик. Так, ладно, я отойду, всем спасибо. Сейчас девушку встречу приду. Формула. Глава. Я найду квестку, сделаю на на ханта, окей? Горите. Да, да, хорошо. Просто раз дворфов делал. Сначала дворфов давайте пойдем сделаем, потом ты на квест зайдешь уже, чтобы по три раза не перезаходить. Установлено, я буду на ханта утримывать. Да. Олег, я отойду, меня минут 10 точно не будет, я девушку встречу приду. Ты Тарарепа, передай Англифу тогда этот рецепт. Ну, давайте посмотрим, кто заслужил больше голову, кто умирал, смакал
Его, наверное, не будут валить. Ну, ладно, голова. А. Как она выглядит вообще? Ой, обычно дракон лучше. Вот он спорный момент, когда Алчат сролил голову, но умирал в комнате. Что делать? Слушай, я на Халисе вообще, точнее, по барабану на Лока. Я себе сделала все на Халисе. Да господи. Давай. Можете себе забрать, я так чисто ради интереса ролл кинула. Там дай пойти по Если вас так жалко, то пожалуйста. Надо подумать. Ну так не, Ленин, мне действительно все равно вам решать. Вообще поебать. Ну, у нас тут ролят голову те, кто не слакал. Ну и вроде как все. Ну и те, кто уже получал голову, они не ролят. Есть только по второму кругу, где нет претендентов больше. Ладно, давай дальше. Хризифилакс. 94. Что по нему можно сказать? Нормальный тип. Трисия. Что? Давать ему голову или нет? Да почему нет? Я не знаю. Есть еще кто-то достойный тут претендент? Ну, на Зион. Вроде. Ваня, ты забирал голову? Animal. Ну, мне и сяда на хенте. Ну, мне особо не надо. Animal Jazz или Хризифилакс? Ну, если у Animal нету, ну, в смысле, Хризифилакс, там, ничего. Они оба нормальные, не знаю, пусть ролл кинут, кто выиграет. Ну, выше. Там уже кидали. Да, 94. Просто вроде Animal чаще ходил ульду, да? Вообще я жду сейчас дисконнекта, чтобы нам откатил голову, когда проблемы пропадут. Дай пати, пожалуйста, я там плюсово глядя. Yes. Видите, там шкаф где-нибудь меня сманите. И хан там еще плюсово бусинка. Боже мой, тяжелый выбор, Хризифилакс или Animal Jazz. У Animal Jazz'а нету головы ни на ком? Не, не было. Но Гильдион у нас в принципе не забирал. Короче, Animal Jazz просто чаще ходил, чем Хризифилакс. Из всех тут присутствующих. Ну, чем Хризифилакс, я это имел в виду. За последний... Он персов установил. Хризифилакс тоже всегда ходил это время. Сколько сейчас ЕП будет, если этих двух не убивать? Не знаю. Ноль, если не убивать этих двух. Согласен делать в ОХМ режиме без этих двоих, то тупо. Просто я спать, наверное, пойду, вот у голова болит. Ладно, Animal Jazz отдам. Он чуть-чуть больше заслужил. Чуть-чуть. Слышишь, Олег? Че, давайте, защитник. Пойду спать. Скинь, я пойду спать хочешь. Давайте дворфов пожарим. Это минут 10 от силы 15. Подожди, я на плесата займу. Давай. Там да. 3, наверное. С наистальным плесом. Следующую.